продолжают начислять стимулирующие выплаты. За май основная часть надбавок медработникам уже поступила. Также глава Хакасии поручил руководителю профильного ведомства усилить меры по обеспечению безопасности специалистов больниц, которые работают на передовой. Согласно статистике, половина всех заболевших в медицинских очагах – это врачи и медперсонал. Эпидемиологи с тревогой подчеркивают этот факт, как и то, что в Хакасии в полтора раза выросло количество контактных лиц. Зафиксирован рост семейных очагов заражений в рабочих коллективах. Необходимо отметить, что с начала послабления режима за последние 5 дней мы видим, что число контактных лиц увеличилось в полтора раза. На сегодняшний день необходимо медицинское наблюдение за 1222 контактными лицами, а 5 дней назад контактных было 821. В последние дни коэффициент распространения колеблется от 1,1 до 1,4. В отчетные сутки активно включились в эпидпроцесс Аскисский район, Черногорская база. Абакан по-прежнему лидирует. 60% заболевших от общей статистики выявлены в столице региона. Отмечают медики и высокий рост в небольничных пневмоний. Идет рост больных с пневмонией, причем они усилятся сегодня, многие без контакта, просто пребывая на улице, и обычные контакты не то, как сегодня Татьяна Геннадьевна сказала, и получается люди тяжелое развитие пневмонии. Обсуждали на заседании штаба и предупредительные меры. В Хакасии продолжится мероприятие по обработке открытых территорий и подъездов в многоквартирных домах. Эта работа также на особом контроле правительства. Наталья Данина, Александр Сердюк, РТС.